Ленинском районе Волгограда произошла страшная трагедия. В рейсовом автобусе прогремел взрыв. Есть погибшие и пострадавшие. Одна из версий: в транспортном средстве в час пик сработало взрывное устройство. Пассажирский автобус «ЛиАЗ» следовал по маршруту номер 29. Взрыв произошел во время движения за 50 метров до остановки «Лесобаза». В салоне находилось около 40 человек. По предварительным данным, которые уточняются, каждые полчаса погибло 6 человек. Состояние 10 из них оценивается как тяжелое. Всего же пострадало 28 человек. В Волгоград из Москвы готовится вылететь самолет МЧС Ил-76 с бригадой врачей на борту. Он оборудован специальным медицинским модулем для эвакуации раненых на лечение в столичные клиники. Следственный комитет по факту взрыва возбудил уголовное дело по статье убийства. Но в ходе расследования уголовное дело может быть переквалифицировано на другую статью, сказал представитель Следственного комитета. Место происшествия обследуют взрывотехники ФСБ, работают следователи. По поручению губернатора в Волгограде создан оперативный штаб для расследования ЧП и оказания конкретной помощи пострадавшим.